Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз зашел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Я поехала покупать грунт, земельку. Нужно уже садить петунии. Уже февраль. Сегодня минус 5, если видно. Сейчас будем заезжать в город. Я вам покажу. И потом сразу уберу камеру. Сейчас будет поворот налево, и есть поворот направо. Вот есть поворот направо, там ледяная пещера у нас, знаменитая Кунгурская ледяная пещера. Вот там. А мы поворачиваем налево, въезд в город. Про пещеру я вам отдельно расскажу и покажу все. Вот сейчас заезжаем в город. Частный сектор. Это мы проезжаем вокзал. Красивое здание, старинное. Вот этот магазинчик. Сейчас зайдем, там куплю грунт, землю. Дороги это вообще капец. Придется медленно ехать теперь. А быстро ставить нельзя. Как ты подходишь на меня? А? У меня знакомая девчонка ходит. Да. Вот. Она была в доме, наверное, приехала. Вот теперь приезжает. А, избранник.
Вот приехала домой, купила вот такой грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, культурных цветов и рассады. Содержит биогумус. И купила еще таблетки. Вот сейчас будем садить. Вот такие петунии купила. Вот купила таблеточки. А вот эти вот боксы у меня оставались с прошлого года. Сейчас просто вот так вот таблеточку беру. Раз. Туда. Раз. Туда. Вот, по ячейкам разложила. Вот видите, с одной стороны просто закупоренная, а с другой стороны, вот видите, вот есть тут местечко. Вот. А сейчас вот стоит у меня кружка, набираю шприц, выливаю в таблеточку. И вот так вот в каждую ячейку. И она будет набухать. Вот видите, прямо на глазах набухает. Вот видите, как здорово набухли. Вот сейчас посадим синюю. Великая синяя. Так, достали тут вот сколько, не знаю, штучек 10, наверное, есть. Угу. Сейчас будем с вами сажать. Вот, смотрите, берем зубочистку. Макаем водичку. И берем... Раз так, семечко, давай, не хочешь, давай. Вот, видите, как прикрепилась, потому что мокрая. И раз, чик, туда. Снова макаем водичку. Сильно-сильно макаем, чтоб мокренькая была. Там раз так. И она приклеивается, видите? Раз, так, упала туда. Вот. И вот так вот все нужно сделать. Вот, видите, посадила, где беленькие горошинки. Это вот такая петунья синяя. Кстати, написано вот тут, вот видите, 10 штук. На самом деле 9 было. Так, и вот тут тоже 10 штук написано, на самом деле 9 было. 10 штук, на самом деле 9 было. Вот так вот. Нас обманывают. Вот так закрыла пленочкой. Первый способ готов. Второй способ. Вот у меня очень много, посмотрите, семян осталось с того года. И сколько пакетиков. Пакетики, пакетики, пакетики. Вот. Вот. Вот пакетик. Вот видите, вот здесь тоже вот сколько семян. Это все петунии. Вот. Так. Второй способ. Насыпала земельку. Так, здесь у меня что написано? Розовая петунья. Так, ну-ка. Сейчас посмотрим. Да, вот написано. Розовая петунья. Вот сколько семян. Сейчас будем с вами сеять. Вот видите, тут сколько их много.
Если вот так же буду по одной, ну, это я просто возьму вот так вот кучкой и буду вот так вот здесь вот так вот буду сеять. Давайте попробуем. Беру вот так вот. И вот так вот просто буду сеять. Сейчас посею и покажу вам. Вот видите, эти вот, смотрите, вот эти вот маленькие, мелкие, вот я просто так вот насыпала. Если я буду по одной, так это ни день и ни два не хватит. Видите, даже тут не убыло у меня. Видите, сколько много семян. А пакетиков-то вон у меня сколько. Вот пакетов сколько. Здесь много столько пакетов. В этом пакете столько же. Так, дальше. Посеяла. И вот так вот крышкой закрою. И все. Второй способ готов. Посмотрим, какой будет эффективней. Вот вторая готова коробочка с петуньями. Так вот, закрою и все готово. Это розовая петунья. Пока под лампу ставить не буду. Когда росточки дадут, чуть-чуть только начнут вылупляться, вот тогда поставлю под лампу. А пока так просто у окна пусть стоит. Вот развернула, вот тут я написано у меня. Это ампельная, желтая. Видите, сколько много у меня насобирала. Так, тут что у меня? Гвоздика красная. Вот. Короче, друзья, столько много всего у меня с этим сводить надо. Так, тут. Сейчас прочитаем. Красная петунья. Ну вот, короче, очень много. Очень-очень-очень много. Очень много. Вот, друзья, сколько у меня вышло. Не подрасчитала я. Земли не хватило. Завтра снова поеду покупать землю. Вот. И посмотрите, сколько у меня еще осталось петуний. Это еще по столько же, наверное, раз 5-6 по столько же. Ведь цветы – это наше настроение, правда же? Спасибо вам за компанию. Спасибо, что были со мной. Хорошего настроения, удачи, здоровья. Ваша Оля. Пока-пока. А когда я полностью посажу вот эти вот еще, я вам обязательно покажу, сколько у меня всего вышло.